Доброе время суток, друзья, подписчики и гости канала. Рад приветствовать вас у себя на канале Гайка СТВ, всегда на позитиве. Анекдоты на злобу дня, Джеки. Короче, наркоман сидит такой, убитый вообще в хлам на урне с мусором. Милиционер подходит и говорит ему: молодой человек, вы шо, встаньте, шо вы сидите, вы шо не видите, что это место для мусора? Наркоман так, ужаснувшись, встал, говорит: извините, присаживайтесь. Короче, в пустыне мужик идет по пустыне. Ну, все у него есть. Вода есть, еда есть, все есть. Но вот что-то секса ему хочется, и хоть убей. Видит, верблюд стоит, он думает: ну так никто ж не узнает. Табуретка у него такая раскладная из-за спины. Достал, разложил, короче, вылез на табуретку. Только дать под хвост верблюду, он хоп, два шага сделал. Ну, тот слез, переставил табуретку, вылез, только дать под хвост, он опять два шага сделал. Опять слез, переставил, вылез, только дать под хвост, опять два шага сделал. И так проходил за ним полдня. Короче, уже злой, разъяренный на того верблюда. Уже лупит его, короче, этой табуреткой. Табуретку уже почти разломал. И вот это весь день, блядь, переставляет только под хвост, да, тот подходит. И видит в песке, короче, закопанная девочка по шею вот так. И говорит: выкопай, говорит, меня, я тебе любое желание исполню. Тот так одним глазом на девочку, одним на верблюда, на девочку, на верблюда. Та ё-моё, что с тобой делать? Выкопал, короче, её, и до того верблюда опять побежал. Уже зациклился, короче, на этом верблюде. Она стала такая в панике, говорит: так, а что для тебя сделать вообще? Тот-то ничего не надо делать, и тому верблюду, блядь. Тот-то: не, ну давай я тебе исполню. Тот так посмотрел на неё, говорит: слушай, подержи верблюда.